Сейчас хочу показать вам подводный мир кораллов. Какие же здесь чудесно красивые кораллы. Не только рыбы, но здесь просто вот загляденье. Это как деревья, это как кружева вязаные. Здесь необыкновенные растения и все очень ярких, красивых цветов. Просто вообще потрясающе. Обратите внимание, какая красота. Это просто загляденье. Какая-то нереальная красота, нереальные цвета. Ярко, ультра, мега. Таких вот потрясающих цветов. Вот целые розы из кораллов. Вот такая вот подводная березка. Просто слов нет. Какая красота. Посмотрите, какие цвета. Это город Эйлат. Обсерватория. Здесь мы были и в океанариуме. Здесь несколько залов. Есть залы, где больше рыб. Конечно, там кораллы тоже красивые. А этот зал, мне кажется, больше всего посвящен именно разнообразию подводного мира. Удивительной красоте кораллов. Ну и рыбы, конечно, превосходные. Тут просто глаз не отвести. Какая-то сказочная, нереальная красота. Очень яркий мир. Это мир, подводный мир именно Красного моря. Вот такие вот, как батончики, рыбки, такие прямоугольные. Да. Вот это вот, представьте себе, рыба, она под камень. Мы уже не одну такую рыбу видим, которая просто вот лежит, ее будет незаметно до тех пор, пока она не начнет двигаться, не начнет дышать. О, гриб, подводный гриб. Это, конечно же, тоже коралл. Ну да. Смотри, меняет цвет. Смотри, вот смотри, розовый, зеленый. Смотри. Сейчас просто это светлее. Хамелеон. Вау! Какие рыбы! Ой, какие рыбы! Какая красота! Я не верю своим глазам, это просто нереально! Смотрите, друзья, это просто супер!